всем. Мы, не поверите, уже в Литве, в Клайпеде. И чего мы сюда приперлись? А приперлись мы сюда, лодку покупаем. Нашли сначала катер. Не буду зазвучивать цену даже, сколько он стоит. Нет, ну купим мы, наверное, лодку. Нигде таких лодок нету, Виская. С России лодки нереально взять, потому что у России нету сертификата. Сертификат должен быть. Не спали, в 3 часа ночи выехали из Сталина. И вот, короче, приехали. Андрей зовет. Андрюша меня отвлек. Ну, короче, мы приехали в Клайпеду за этой вот этой лодкой. И еще долго-долго я, конечно, не появлялась. Гордон у меня умер, ребятки. Может, близкие-то там знают, кто со мной близко так общается. Это было нечто. Это было, конечно, что-то, потому что... Ну, это как ребенок было, это как сынулька уже был. Это рак предстательной железы. Очень большая была опухоль, и началось очень все резко. Он уже прибаливал, болел, но он выкарабкивался. Никогда так сильно он не болел. И из ветеринарки я бы его просто уже не привезла. Ветеринар нас оставил, я с ним попрощалась. Было ужасно, конечно, больно, плохо. Я домой не могла заходить. Я сразу на следующий день уехала в Финляндию. Приехала вечером, я не могла зайти домой, я пошла к подружке. В общем, мы сейчас возьмем лодочку. Завтра это судоходное судно еще, на 4 метра длиной. Завтра еще надо поехать наше АРК, поставить ее на учет. Как машину оформляешь, как машину ставишь, только не платишь налог. И техосмотр вот этот дурацкий они тоже убрали, зачем резинку? Яхту все равно купим, но резиновая лодка. Коротенькое видео такое запишу, а информацию я скажу, очень много буду говорить по водителям, изменений вот так вот. Я об этом предупреждала еще год назад. Что тут делают? А, они тут выходят, короче, с этих самых и играют этот футбол. В Клайпеде, ребят, я не была в Клайпеде лет 15, наверное, если не больше. 15 лет, ну, может быть, даже и больше. Обожаю Клайпеду, не знаю, мы туда, наверное, в город уже не поедем. Ну, будут еще какие новости, еще расскажу. Пока прощаюсь, пока-пока. Ага, попрощалась сейчас такая деловая. Хочу лодку пойти вам показать. Сейчас, если разрешат поснимать, я поснимаю. Сейчас покажу лодку. Вот такую вот лодочку. А. 5 лет гарантия материал, и она ручная работа, делают ее в Латвии. Это Меркурий-мотор. Меркурий-мотор стоит 2600. Я здесь нифига не понимаю, это Андрюха мне собирается. А вот эти вот ящики с этим самым еще 50 евро. Что у нас будет? Я думаю, они нам не нужны, потому что у нас там своих ящиков. Зачем эти тряпочные? Вот такая вот лодочка. Большой магазин. Коробка на 10 килограмм. Андрей мотор смотрит.
показывать. Багажник уже открывать. Открою эту машину. Так вот мы собираемся в балку. Все затарено. Ну что, в путь. Удачи нам. С Богом. Подъезжаем. Уже почти подъехали, подъезжаем, сделали паузу небольшую. Машина полностью груженная, ну, вы видели. Ну то, что... Нет, это не просела, но воздушные подушки. Такая природа здесь красивая. Мы проехали почти до самого кордона. Вот он здесь уже. Ну, там уже дальше забор. И все, и граница. Там, где машина стоит, и палатка. Дальше уже нельзя. Сейчас поставимся на регистрацию. Народу просто тьма, как селедок. Везде. Он там лодку уже один сушит. Вот сколько сюда не ехали. 7 или 8 километров. Машину просто не поставить. Сейчас найдем место. Там вот шашлычки уже, у этих палатка. И ну здесь тащить не надо, да, за много? Нет, слушай, я предлагаю далеко здесь остановиться. И ролики мы не будем сейчас делать. Не надо, то есть сами отнесем, да? Нет, я там накачаю, здесь отнести, здесь все равно ролики не нужно здесь. Как на ролики. Ну да, да. Заморачиваться ими, а потом дома. А потом ты их прикрутишь, да? Андрей еще дрель с собой взял, чтобы ролики прикрутить. Спуск сделан. Теперь на Кёнигсберг. Да, Зай? Калининград наш, короче. Карелия тоже наша. Ребрышки. А здесь у меня крылышки замаринованные в своем майонезе с чесночком. Такие. А чуть-чуть томатной пасты добавлю. Сейчас я сделаю соус из томатной пасты, лука, зелени, чесночка. Вкусненько будет. И такой купил барбекюшку. Первый пошел мустикас. В черничном соусе вот эти вот барбекю. Вау, запах, это аромат просто непередаваемый. Это ох. Андрей, быстрее, мне минерал. Птички тут поют. И мне здесь этот самый. Вот.
Не знаю. Жарятся мои бомбочки вон. Мы здесь уже второй день. Будем третий оставаться, третьи сутки. То дождь, то... Ну, черемуха цветет. Я не знаю почему, но мы ничего не поймали. Вот угорь здесь лазит, ходит. Это факт. Ну, вот так вот бывает. Так вот потратились сильно. И коптилку новую рыбе взяли. Она не хочет приходить, зараза. Вот так вот в жизни тоже бывает. Потратишься и ничего. Но надо пробовать действовать дальше. Мы будем здесь еще и третий, и четвертый день. Здорово, классно здесь. Мне кажется, почему нет рыбы? Там Россия. Все прекрасно знают, как там ставят сети. И чьи эти сети, каких структур государственных. Это ни для кого не секрет. Ой, горим, горим, горим. А я болтаю здесь, да? Это картошечка. Она, короче, не до конца разрезана. А в середине кусочек сала, зелень, масло сливочное. Все это будет в фольге томиться. Будет вкусно очень. Я всегда так делаю. Бомбочками мы это в детстве называли. Классно. Приехал герой дня. Что поймал, зай? Почти. Что-нибудь поймал? Если не готова, я еще покатаюсь, да, поеду? Ну нет, Андрей, давай вылази. Готова, да? Почти, да. Сейчас. А что она холодная будет? Он бы катался бы здесь вообще вечно. Куда поехал? Целый день бы сидел бы на этой воде.